Я думаю, надеюсь, да я даже, в принципе, уверен, что такой формат будет развиваться. Да, сейчас он впервые, может быть, что-то не получится, но я уверен, что в любом случае праздник для жителей города, для гостей получится. Регион очень много внимания уделяет развитию спорта. Губернатор Сергей Иванович Морозов поставил перед нами очень серьезные задачи по развитию материально-технической базы, по созданию и первичных центров развития спорта в муниципалитетах, в районах, в деревнях. В каждом дворе такой должен появиться островок спорта. Но с другой стороны, мы создаем очень крупные спортивные комплексы, такие как «Волга-спорт-арена», такие как легкоатлетический манеж, такие как центр боевых искусств, которые позволят нам проводить здесь соревнования. Соревнования не только российского, но и мирового уровня. И мы уверены, что после проведения этого фестиваля и в дальнейшем у нас будут появляться новые чемпионы, чемпионы мира, Европы, олимпийские чемпионы. И это важно, но еще более важно, чтобы наши мальчишки, девчонки, ребята, взрослые шли в спортивные залы, шли в парки, шли во дворы, двигались, занимались спортом, развивались, не сидели на месте. И вот, наверное, в этом основная ценность, основная задача фестиваля.